Добрый день, народ! Надеюсь, вы смотрели мое видео про то, как солить леща. Ну вот, хочу показать, что получается после того, как он уже подсох. Ну, я люблю лящика, чтобы оставить в нем икру, оставить в нем плавательный пузырь. Вот, снимаю его. Давай, снимем. И хочу показать, какой он получается на просвет, на лампу. Сейчас, к сожалению. Вот видите? Вот это он, не чуть-чуть выше. Вот так вот. Ну вот он, подвигай его вверх-вниз. Вот, да. Вот, он просвечивается полностью. Вот, но жена захотела еще его и подкоптить. Вот то, что получилось после копчения. Вот это с икрой. Покажи, лочка, икру. Вот, икра перекладываю на ту тарелку. Он, может быть, не очень красивый получился. Вот. Но это натуральное копчение. Вот, вот такой вот лящик. Вот это получился у нас копченый. Это вяленый. Ну вот еще одна закладка. Это горбуша. Соленая и копченая. Ну, это лящик. Это сало и вырезка. Ну, примерно так. Сейчас это все остывает. Вот. И к встрече Нового года мы практически готовы. Осталось еще засолить и закоптить скумбрию. Спасибо за внимание.